человечек живет суетиться. Смерть непреклонна, но, обратясь к геометрии тьмы, мы посмотрим по новому углу. Ну просто представь, а что, если смерть – существо, а жизнь – это язва на теле? И если умрет человек, то у смерти затянется рана, а вдруг в самом деле? А что, если смерть – существо, а жизнь его может быть кровь или плоть? И если ее уколоть иглой в уголок, то рождаются дети, а дети – открытые раны. Любая возникшая жизнь и вострит топора. Играй во дворе, детвора, пока рана не заживет, но однажды наступит пора. А что, если смерть – существо, жизнь для нее как рубец? Я двину теорию, мы не живем, а как бы заживаем. И коль упереться, поставим вопрос. А что, если смерть – существо, а жизнь – это просто болячка? Жизнь – заусенец, жизнь – это просто волны или прыщ по пилому, плевать, что мы вообразим. Что, если смерть – существо, и каждая рана болит, и каждый когда-нибудь новорожденный на ней вырастает в бои? А что, если смерть – существо? Посудно мыслите вы, мы все слепы, не постичь, не понять, куда и глупость. А что, если все-таки было так, что все-таки смерть – существо? А что, если смерть – существо? А что, если смерть – существо? А мы просто раны на теле его. И знаешь, я никогда не был к ней так близок. И жизнь – это рана в пузико. Никакой метафизики, никаких полумер. Отбирай. Отпирай, сорта, сорвется последний звук. Стучит смерть, отпирай, брата. И глобус порежет империя, материя брешет неверие. Как-то сказал мне милый друг, что болезнь это как преждевременная старость, усталость. Нет ума, нету сил. Немного подумал, потом я ответил, что старости нету, Максим. Но нету в привычном контексте. Мы болезнь самой сути вещей. И для того, что не можем помыслить, мы вроде гниющего зуба из зуда прыщей. И думаем, коли пора, то закончится жизнь, и небесный ответ нам откроет врата. Но закончилась жизнь и воспрянула смерть. И в масштабах земного шарамы, царапина, но от великих людишек останутся шрамы. Дарательно, как машкарамы все, кружим вокруг заводной пустоты. Из жемчужинок бузда и ты. Взгляни-ка на небо, над нами там звездное овото, пускай дым. И в этом все друг дым не крама. Мортальность и страсть – это тема. Ни страха, ни тени, ни грамма. Мой план и моя стратегема. Это все мои 8-3 грамм. И геометрия тьмы – цвет инертен. И коли она – существо, а мы все ее раны, то что так поранила смерть? И зачем? Почему? Почему? И знаешь, когда идет над кофейной гущей, пустое на мнение, что было и где-то есть сейчас. Боже, с ней существо, и могущественное, не менее. Всем привет, дорогие зрители канала «Каратели полей». И сегодня мы наконец-то сможем провести вам тур по нашей секретной подземной базе под аэропортом Пукла. У нас есть вход в эту базу, представляющий из себя тоннель, и также есть атриум с красивыми картинами, которые вы могли увидеть в нашей стихотворной секции данного видеоролика. Ну что ж, тур закончен. Всем спасибо за просмотр этого тура, а сейчас мы приступим к основной части беседы. Ну что ж, настало время рассказать вам различные интересные моменты, помеченные за недавнее время. Ну что ж, для первой сегодняшней темы, заранее подготовленной и научно изученной, я дам слово тебе. Да, ну что нам сказать, есть кое-какие вредные вещи в этом мире. А именно, игра Майнкрафт. Вы все про нее слышали? Видели ее в трендах? Много что знаете. Но знаете, что самое страшное, ребят? Что в нее играют люди. Эти люди учатся там плохим вещам. И потом они начинают это переносить в свою реальную жизнь. Это самое страшное, ребят. Самое. Например, в компьютерной игре Minecraft, то бишь мое создание, то есть типа процесс работы руками и делания чего-либо, у вас есть как минимум две возможности, которые абсолютно и полностью должны привести эту игру к полнейшему запрету. Первое. Вы можете откопать тоннель. То есть это уже действие, которое классифицируется по всем моральным рамкам абсолютно неприемлемым, потому что тоннели — это рассадники тоннельных людей. И хоть в игре их заменили на каких-то скелетов, зомбу, пауков, это не такая большая проблема в игре, не так ли?
Но встреча с реальными тоннельными людьми — это то, чего вы точно не хотели бы даже в компьютерной игре. И еще одна возможность. Вы можете в этой игре увидеть биом, который называется поля. Но это на самом деле знания достаточно секретные. И как вы понимаете, не каждый из вас может получить им доступ. Для того, чтобы получить им доступ, нужно сделать следующие действия. Подписаться на канал, поставить лайк, поставить колокольчик, написать офигенный комментарий, где вы напишите свое имя в Телеграме, куда мы с вами свяжемся и отправим вам все секретные данные. А пока наш репортаж заканчивается, потому что на нашем месте уже возникли туннельные люди, и нам надо с ними разбираться, чтобы спасти вас. Так что мы берем наш домашний огнемет и идем разбираться с тоннельными людьми. Всем пока! We'll be right back.